анонс, и точно, до выхода 79-й серии турецкого сериала «Клёкин и Щербет». 79-я серия сериала выйдет в эфир 6 декабря. Ранее в сериале мы увидели, как Фатих просто не понимает, почему Геркем так себя ведет. Он говорит девушке, что у нее, видимо, нет никакой гордости. Геркем отвечает, что она такая же, как и мать Фатиха. Кивилл Джим понимает, что больше не может находиться рядом с Джемалем. Она хочет уволиться. Но Джемаль не дает ей сделать этого. Он говорит, что как начальник просто не может ее отпустить. Кивилл Джим не понимает, как так вышло, что на осознание того, какой Джемаль человек, у нее ушло так много времени. Она понимает, что будь рядом с Амиром, ничего такого бы не произошло. Она надеется, что скоро все в ее жизни снова сможет вернуться на круги своя, и она забудет Джемаля как кошмарный сон. 79-я серия сериала выйдет в эфир 6 декабря. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будете в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.